Я нашел очень ценную запись, еще одна запись, у одного врача-музыканта. Вы его знаете, Олег Пирназаров. Зовут да, его. Он в свое время брал уроки у Вагифа Мустафазаде. Он отдал мне запись там, где за 2 месяца до кончины Вагифа Мустафазаде он участвовал на передаче АСТВ. Передача называлась «Мектеблярин Мусиги Клубу». Я помню. Да, и вы там тоже участвовали. То есть помню. Школьники задают ему вопрос о джазе, о музыке. Он говорит, Вакиф Мэлим, мусигинин хансы, джазин хансы стиллеры вар? Он говорит, вот, мэн сизе инди гёстерэжэм. Это вот бибоп, бу свинг, бу хардбоп, бу блюз, буги-буги, лирик джаз. Он показывает все этапы развития джазовой музыки. И вдруг неожиданно он говорит... Әлізәне, на азербайджанском языке, бакинским акцентом, Әлізәне бірдәғәрейіне бұра олар, и вы идете туда, басы играете, да. Он играет блюз хардбоп. Как я любила это. Да, и он импровизирует. Жаль, что этих кадров нет, но есть запись. Он это записывал прямо с телевизора в 79-м году. Это великое счастье, хоть что это осталось. Вы знаете, Эльза Ханум позвонила на телевидение. Как только пришла в себя, а, наверное, весь Баку знает о том, что Эльза Ханум 2 месяца просто не могла, как говорится, глаза открыть. Но как только пришла в себя, она сказала, срочно надо позвонить. Там была передача снята на телевидении за 2 месяца до кончины. Искали, искали, сказали, йохту, как? Они размагнитили, говорят, ленты не было, и говорят, мы как, говорит, это же великий Вагиф, ну мы говорит, не знали, что он так быстро умрет. Как вам нравится ответ? Можно ли уникальную такую вот передачу, где ну, просвещение молодежи? Конечно. Это же ваш музыкант, такого второго больше не будет, ни в Азербайджане, нигде в мире. Ну хорошо, видите, что, как? К счастью, это осталось. Это здорово. Да, я так счастлива. Это хочу сделать сюрприз для вас и для зрителей. Спасибо. Показать ваше исполнение с отцом. Я думаю, что у вас нету записи этого, нет записи такого, да? Нет, нет. Вот, ну теперь будет. От меня подарок. Спасибо. Это ценный подарок. Да. Я хочу поблагодарить вас, что пришли сегодня на нашу передачу. И хочу пожелать вам, как говорится у нас, Джан Саурас Арзедрам. Вы любите это слово, даже на сцене тоже говорили. Да, я всегда и успехов и жизни, и творчестве. Все здоровья, все здоровья. Вам всего того же. Чок сан. Дахи Ваги Мустафазаде'нин кызы ве давамчысы, республиканын халк артисти. Bizim güzel senetkarımız Azize Mustafazade'ydi. Gelen görüşlere kadar helalik ve sonda hakkında bahsettiğimiz bu güzel net yansısını size teklif ederik. Bana öyle gelir, pis janr yoktur. Pis ifaçı var da pis musiki var. Simfonik musiki kimi, caz musikisi de o kadar mürekkeptir ki, onu çoklu dinlemeden başa düşmek gayet mümkündür. Ona göre de fikrimce simfonik müziğini de, caz müziğini de çoklu tebliğ etmek lazımdır. Mesela bazenleri hele bilirler ki rock and roll caz. Rock and roll adi estrada müziğidir. Mesela için Beatli, pop musikisi, onları çok vakit kulağı asanlar çaştırırlar. Hala bilirler cazı ama onların caza hiçbir yakınlığı yok. Yaxşı olardı ki bu barada da ben piyano arkasında gösterim. Bütün müxtəlif caz musikisi cereyanları var. Onlar hakkında kısa malumat vermek istedim. Yine fortepiano hakkında. Ve mesela Буги-вуги. Кыста. Мен инди чалдыгларым хамсы джаз. Буги-вуги. Инди рек тайм.
rektör. Farmanı maraklı olar ki caz janrlarında yazıp yaratmış olan sənətkarlardan hansılar sizə daha yaxındır? Zəhmətim olsa bu haqda cavab verin. Onu mən indi qurtarım çaldıqlarımı, sonra cavab verərəm. Zəhmət olmasa əzizləri bir daha alır. İndi mən sizə istəyərdim göstərim. Deməli hard bop cazı, bir də bebop cazı. İndi hard bop. Thank you.